Весенние станции. По расхлябанной каше апреля я домой добираюсь пешком. Завершилась страстная неделя, одарила внезапным снежком. Волоку свое бренное тело сквозь весенний промозглый туман. Мое сердце совсем опустело, как обчищенный вором карман. Скорый поезд с моим логотипом отправляется к станции «Дно». Из перрона какие-то типы в запотевшие смотрят окно. Не даю оптимизму ни шанса, безысходность вползает в куплет. Эти станции полны декаданса, потому что простужен поэт. У природы плохая погода, чтобы там не напел вам Эльдар. Нет, пора всем уральским народам перебраться на юг, в Краснодар. Отболеем ангиной и гриппом, отогреем промерзший анфас. Вновь стремительным видеоклипом все завертится в жизни у нас. И мечтою о солнце согрето я по лужам упорно бреду. Будет ли это? Ну, может, не в этом, но уж точно в грядущем году.